Алтайская усадьба представляет. Сегодня у нас 20 августа 2016 года. Была сделана теплица. Капелька из 30-й трубы оцинковки. Размеры 3 на 4 метра. По торцам, как я уже сказал, по торцам расположены у нас разрезные двери форточки. Как я уже сказал, каркас теплицы сделан из профильной трубы 30 на 30. Оцинковка. Соединение на саморезы с помощью пластин треугольных и квадратных. Теплица установлена у нас на деревянное основание, подготовленное клиентом. Что у нас есть в теплице? Есть форточный блок. Один. Обе створки форточного блока открываются с помощью термоприводов. Также у нас установлена система подвески. По две нитки на каждую сторону. Получается стоимость этой теплицы вместе с монтажом и доставкой 44 900 рублей. Это уже не первая теплица на этом участке. 3 года назад была установлена точно такая же, 3 на 4, из такой же трубы. Сейчас посмотрим. У нее единственное отличие — цельные двери. В этой теплице не было форточного блока. По аналогии с той теплицей, сюда также установили дополнительный форточный блок и систему подвязки по две нитки в каждую сторону. Поликарбонат на обоих теплицах 4-миллиметровый, 0,82 плотности. Поликарбонат еще в очень хорошем состоянии. Термошайбы тоже в хорошем состоянии. 3 штуки всего поменяли. Клиенты утверждают, что это не последняя такая теплица на их участке. Уральская усадьба представляет. Был произведен монтаж теплицы. Капелька 3 на 6. Выполненная из трубы. Оцинкованный 30 на 30. В торце разрезная дверь форточка. Теплица установлена на брус клиента. В другом торце просто форточка. И установлен форточный блок. Уральская усадьба представляет. Теплица капля. Сделана из профильной трубы 30 на 30. Так, заужена до ширины 2,80. Длина теплицы 3700 миллиметров. Ничего не распадется, так что вот так. На теплице установлена дверь купе. Уже теплица на гарантии. В торце установлена форточка. Форточка закрывается изнутри. Снаружи крючком фиксируется. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Также сделана система подвязки. Система подвязки, натяжитель. Чтобы нитки не провисали, карком прикручен на петельки. Теплица установлена на брус 100 на 100. Который стоит уже на фундаменте клиента. Фундамент от старой теплицы остался.